Крупная авария с участием общественного транспорта произошла на площади Минина в утренний час пик накануне Дня защитника Отечества. Людям, которые ехали в этих маршрутках и автобусе, не удалось добраться до пункта назначения. В транспортных средствах были десятки пассажиров. К месту происшествия прибыли сразу несколько карет скорой помощи. По предварительной информации, один из водителей автобусов совершил наезд на останавливающийся на светофора другой автобус. И после данного столкновения автобуса задели еще транспортные средства. Всего принимали участие два ПАЗа, один ЛиАЗ. По состоянию до 12 часов за медицинской помощью обратилось 9 пассажиров маршрутных транспортных средств. В настоящий момент по данному ДТП проводится проверка. Полицейским предстоит выяснить, могли ли способствовать аварии погодные условия, исправны ли транспортные средства или виноват кто-то из водителей. Разобраться в ситуации стражам порядка помогут показания свидетелей и записи видеорегистраторов.